8 ноября в актовом зале городского отдела полиции Министерства внутренних дел состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню памяти погибших сотрудников. В качестве почетных гостей на собрании участие приняли заместитель главы администрации муниципального образования город Хасаюрт Хайбула Умаров, начальник отдела внутренних дел Арсен Гусейнов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Зайбудин Омаров. В своем выступлении Хайбула Умаров передал слова приветствия и почтения памяти всех погибших сотрудников полиции от имени главы города Зайнудина Акмазова. И от главы, и от себя лично поблагодарить вас за вашу стойкость, мужество, за то, что вы есть у нас. И повторюсь, наверное, каждый год мы с вами встречаемся, я одно и то же говорю. Обращайтесь, администрация всегда готова встретить вас. Все ваши социальные, другие, все нужды, которые мы можем вам помочь, всегда готовы. Зайбудин Омаров подчеркнул, что все родные и близкие сотрудников, отдавшие жизнь во имя порядка, могут гордиться своими героями, так как каждый из них отдал себя полностью безответному служению Родине. За стойкость тех ребят, которые сложили свои головы, обеспечивая, отдавая сегодняшний день, вот этот прекрасный день, защищая честь и достоинство наших граждан, нашего Отечества, самую драгоценную, значит, жизнь отдали ваши мужья, братья, сыновья. От благотворительного фонда «Меценат» и администрации города семьям погибших сотрудников была вручена финансовая и продовольственная помощь. В завершении мероприятия состоялась церемония возложения цветов к обелиску погибшим сотрудникам, в которой приняли участие все собравшиеся на памятную акцию. Городской отдел и администрация города нас никогда не забывают, приглашают, поддерживают материально, морально, оказывают необходимую помощь. Я хочу всех, весь офицерский состав во главе с начальником городского отдела внутренних дел поздравить с Днем Советской милиции и пожелать всему составу городдела зеленую дорогу. С 2011 года приказом Министерства внутренних дел России 8 ноября объявлен Днем памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».